Всем привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Заказала кучу всякой всячины и решила вам показать ее. Итак, начнем, конечно же, с того, что очень мне понравилась новая серия Beauty Love. Очень-очень, и я с удовольствием заказала всего по 3 штучки. Сейчас она в 18-м каталоге идет со скидкой. Я еще заказала по 6 штук, чтобы делать как бы 2-3 раза в неделю, как написано. Хочу добиться хорошего эффекта. Кислородная экспресс-маска для лица, матирование и очищение, она с артикулом 1043. Честно скажу, вещь, так сейчас сфокусируется, да, вещь великолепная, вещь классная. Когда вы ее наносите на лицо, она начинает пузыриться, работать, белеть, а потом эти пузырьки становятся все меньше, меньше, меньше. Способ применения у нее очень простой, вы ее снимаете и все, и после нее обязательно надо увлажнить лицо, то есть она действует 15-20 минут, и кожа у вас на самом деле преображается. Артикул 1043, она очищается, и в принципе, вот пожалуйста, состав, все, и в принципе очень мне понравилось, вот заказала еще 3 штучки пока что. Вот. Далее идет экспресс-маска для лифтинга, увлажнения и сияния. Тоже хорошо подтянула кожу перед мероприятием, перед всем. Тоже очень мне понравилось. Она питает и увлажняет. И как бы такая хорошенькая масочка. Артикул 1044. Тоже идет влажная, как тряпочка. Вы ее на лицо наносите и все. И счастье вам, грубо говоря, потому что, очень-очень классная маска. Тоже ее надо держать 20-25 минут. Ее я буду делать перед какими-то важными встречами, еще что-то, и просто так с утра. И очень понравились вот такие Beauty Love тоже марочка, укрепляющая маска, патч для кожи век. Вещь хорошая, артикул 1089. Тоже их делаю с утра. Тоже у них действие 20-30 минут, то есть с ними ходить по утрам, а потом как бы все морщинки все под глазками начинают разглаживаться, глазки свежеют, как-то вот темные круги под глазами меньше становятся и так далее, и так далее. То есть видно, что глазки ухоженные, на них даже приятнее наносить макияж, тон, там еще что-то. Синячки надо меньше маскировать, и я после этих масок, если честно, их даже и не маскирую, потому что их нет практически. Вот, я не скажу, что у меня большие какие-то синяки под глазами, но с помощью этой маски, если сделать ее и сделать вот эту вот, да, сияние и лифтинг, вообще даже вот и блер не пригодится, не то, что там какая-то тоналка, еще что-то, да, то есть вот. Далее, очень хвалю эти маски, пробуйте, кто еще не пробовал, просто обалденные вещи. Сейчас она до 31 декабря, вернее, да, то есть 1 января уже каталог первый будет. Вещь просто шикарная, вы не пожалеете, мне кажется, всем она понравится. Не знаю по поводу аллергии, я не аллергичная, поэтому сказать не могу, как она будет на аллергиках, но на мне она просто супер. Также заказала вот такую вот гелевую маску, патч для кожи вокруг глаз, гиалуроновую кислоту и коллагеном. Она мне очень нравится, единственное, что она меня сильно раздражает. Раздражает, и не знаю, буду ли я еще раз ее заказывать, потому что пролежать 25 минут просто так с этой маской на веках у меня не получается спокойно. Вот, я сажусь за компьютер и ложу эти патчи под глаза. Действие отличное, да, то есть уменьшает темные круги, успокаивает кожу, повышает содержание коллагена в коже. Резкое прям улучшение после этого геля, после гелевой маски патч, резкое улучшение. Но вот вы знаете, она скатывается постоянно, надо ее поправлять. Вот это вот все как бы не очень удобно, то есть с ней лучше, конечно же, лежать. Артикул 0725, но я все равно заказала, потому что понравился эффект мне, понравился эффект моей подруге. Вот, она такая блестящая, не такие как бы прохладненько, так на глазках все здорово. Одноразовое применение у нее идет. Так, меры предосторожности, избегать попадания в глаза, не применять на воспаленную кожу, хранить в недоступном. Так, значит, применять 1-2 раза в неделю, да, то есть эта масочка, походу, она одноразовая, да, идет. Но я после первого применения сразу снимаю ведро. Кто-то говорит, что ложит в холодильник, еще что-то, потом второй раз делает. Я так не делала никогда,
Поэтому сказать не могу, но классное, классное чувство, классное ощущение, она того стоит. Возраст идет 30+, то есть молодым ее нельзя. Вот, 30+. Далее, вот такая вот красота. Не знаю, сейчас камера, наверное, затмится. Длинная такая вот гирлянда. Сейчас я попробую включить. Ага, ну почти передается, только, как вам даже сказать, она ярче намного, чем сейчас показывает камера, но что поделать, ну хотя бы так. Так, попробую при разном освещении. Ага, так, вот так она даже лучше передается, да, вот, ну вообще красота. Это гирлянда от компании Faberlic, конечно же. Артикул 113.05, называется на шарики, а тут идет длина 710 метров, и вот вы знаете, мне не понравилось, что она на батарейках, но вы знаете, она такая долгоиграющая, у нас уже на кухне висит другая гирлянда, и она очень долго горит, очень долго, и уже буквально 2 недели, и мы ее часто включаем, дочка постоянно ее включает, сбегает выключить свет, сидит, смотрит, и вот вы знаете, ну не кончаются батарейки, они долгоиграющие, я так понимаю, что их хватит на весь Новый год, и может быть даже на следующий, да, вот мое такое ощущение. Значит, вот такая вот красота, вот такие вот неоновые шарики, красавчики, ну, просто в восторге от этой гирляндочки, еще пока елочку не купили, как елочку нарядим, обязательно или трансляцию сделаю, или сниму видео, выложу в Инстаграм, да, то есть я мелкие какие-то видео, какие-то последствия чего-то в Инстаграм очень люблю выкладывать, поэтому в ссылке под видео будет ссылочка на Инстаграм, вот, поэтому смотрите. Елку я не знаю, через неделю мы уже точно поедем покупать, потому что до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Вот. Очень-очень довольна этой гирляндой. Говорят, что ее уже нет на складе, но на некоторых складах она, конечно же, есть. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это такой вот пояс. Классный пояс. Логотипчик идет внутри, да, то есть Валентин Юдашкин, by Faberlic. Вот, For Faberlic, да, то есть вот у него артикул 600-139, размер LXL, значит, как раз впритык на мою талию, вот на эту дырочку, да, вот таким вот образом, да, то есть тут по-немецки, да, делаю. То есть таким вот образом вдевается, и вот на последнюю дырку как раз ровно моя талия. Да, то есть вообще здорово. Логотип очень понравился. Классно смотрится и с джинсами, и с блузками, и с платьями. Да, то есть вообще шикарная вещь, универсальная вещь. Очень-очень-очень мне понравилось и качество, и все. Да, вот смотрите, как оно выполнено сейчас. Свет пододвину. Да, то есть, ну, все здорово, все классно. Буду носить с удовольствием. Еще, наверное, такой же закажу дочке. Следующее, это блер, неоднократно уже третий раз он у меня, потому что мы с дочкой им вдвоем пользуемся. Это тональный крем, который выравнивает цвет лица, да, скрывает мелкие несовершенства. И вот, если честно, не мелкие тоже. Визуально сужает поры, да, придает естественное сияние. Да, сияние у него еле-еле заметное. Вот он такой вот красавчик. Очень он мне нравится. Вот так лучше, я думаю, будет, да? Такой вот красавчик, очень-очень мне нравится. И вы знаете, очень довольна, что от Marie Wei такие шикарные новинки. Он нисколько не желтит, он полностью под цвет кожи подстраивается, да? То есть и как бы тон у меня, по-моему, слоновая кость. Да, слоновая кость, 61.19 артикул. Всем рекомендую, попробуйте, вы в него влюбитесь. Пусть он без всяких ухаживающих компонентов, но... И пусть он недорогой, но присмотритесь к нему, он вам понравится, это 100%, потому что уже третья упаковка, ну просто восхищаюсь им. Главное тон, конечно, подобрать, там их 3 тона, я заказала слоновую кость. Есть еще и бежевый, и еще там какой-то есть. Вот, далее, заказала немножко, пошабаршу вас, понервирую, вот такие вот ручки. Компания Faberlic тоже, да, то есть они вот
хорошо пишут, жирненькие, все так вот выдвигаются, все здорово, все классно. Буду ими писать с удовольствием. Артикул у них 776-24. Тут идет 5 ручек в наборе. Долгоиграющие. До этого они были чуть-чуть другие. Сейчас опять дизайн как бы обновился. Ой, не закрыла. Дизайн обновился. Такие вот хорошенькие ручки под названием Faberlic. Далее расческа. Опять-таки по Шабаршува. Да, такая вот расчесочка. Артикул 97-76. Это щетка массажная. Размер 14 на 16,5 на 4 сантиметра. Вот. Материал пластик, резина, нейлон. Назначение аксессуары и так далее. Она такая антискользящая. Тут логотипчик Faberlic очень крепкая, классная, крутая. И такая вот, как вам даже сказать, это, ну, прорезиненная пластмасса, что ли. Тут идут штучки, которые массируют кожу головы, как они называются, прошу прощения, напишите в комментариях, если вы знаете. И, ну, просто стильная, просто красивая, просто она мне понравилась, и она мне очень даже это... Я такую расческу опять-таки забыла в Белоруссии, когда ездила на форум в Беларусь, забыла. Вот. Далее еще одна расческа от компании Faberlic, тоже где-то потерялась предыдущая, они долгоиграющие, вы знаете, если вы их закажете, никогда не потеряете, где-то в квартире, без нее маски очень тяжело наносить, я привыкла этой расческой наносить масочки, артикул 97-77, щетка скелетная, размер 14 на 6, Так, 14 на 6,5 на 4 сантиметра. Материал пластик, резина, также, да, и нейлон. Назначение аксессуар. Вот такая вот классная вещичка. Тоже посмотрите, красавица. Все здорово, да. Антискользящая такая ручка. Очень удобно ее прям держать. Знаете, вот прям под руку сделана. Очень, как бы, вот... Очень люблю расчески Faberlic. Ей я наношу маску в ванной. У меня волосы короткие, по плечи. Очень хорошо наносится масочка. Распределяется по голове и так далее. Вот, далее. Очень расхвалили такие вот станки. Очень расхвалили такие станки. Заказала их первый раз и была приятно удивлена. Написано, что это одноразовые, понимаете, станочки. Вот такие вот шикарные, толстенькие, 3 штучки, одноразовые станочки. Тут даже снимается вот это вот лезвие, да, то есть смотрите, оно снялось. И как бы тут идет алоэ вера от раздражения, от всего. Ну, мужа попрошу, чтобы попробовал, потому что... Он часто бритвы меняет, у него кожа белая, нежная, все время раздражается, поэтому будем пробовать. Да, то есть тут написано, что для бережного безопасного бритья плавающая головка с добавлением алоэ вера, тут 3 штучки. Вот, также вот что тут про них указано, что это бритвенные станки с 3 лезвиями для мужского бритья. Узкая головка бритвы, безопасное бритье, чувствительных зон тела при... 3 лезвия из нержавеющей стали высшего качества. Ручка с резиновой накладкой. Да, вот, кстати, забыла сказать, что там антискользящая накладка. Вот, для большего контроля. И эргономичная форма. Плавающая головка, да, головка плавающая. Полоска с алоэ дополнительно смягчает кожу, зону бритья. Вот такая вот классная штука. Артикул 99-84. Очень такие хорошенькие бритвы. Не дешевые такие, да, то есть классные, удобные. Так, колпачок сняла нечаянно. Вот, давайте покажу вам. Вот они, 3 такие вот красавицы. Да, и вот она, головка плавает, можно снимать. И вот тут вот эта вот серенькая штучка, она прорезинена именно, вот серое верхнее покрытие. Классные, классные. Ну, попробуем, как они в действии. Скорее всего, еще раз закажем. Далее в компании Faberlic появилась такая вот новиночка, как накидка для окрашивания волос. Да, то есть диаметр 95 сантиметров, материал полиэстер, назначение аксессуар, артикул 111-68. Вот аннотация на нее. Ну, симпатичная, классная. Покажу потом обзор на нее, когда буду одежду примерять. Мне все-таки... Пришла пододевалка под платье, которое нужно было, да, то есть она удобная, легкая, такая клеенчатая,
И тут на липучке. Ну, то есть вот такая вот хорошенькая. Мне кажется, удобно, классно. И она раньше, аксессуары были без баллов, сейчас они идут за баллы, поэтому с удовольствием вам ее потом на себе продемонстрирую. Мне кажется, самое то очень удобно. Но вот у меня у дочки волосы были по попу, сейчас мы и по талию обрезали. Вот сомневаюсь, что длина нас устроит, но свои волосы я легко могу покрасить с помощью нее. Далее, заказала я такой вот наборчик. Такой вот наборчик, да, тут, как вы видите, есть деления. Это артикул 9007, набор для окрашивания волос, емкость плюс кисточка, материал емкости пластик, материал кисти пластик, нейлон, назначение аксессуар. Тоже очень интересная такая новиночка, обновленная, да, то есть, смотрите, тут был, кстати, немножко брак. У меня так расстроилась, но вам покажу, обрежу, да, тут как бы волосинка. Вот, кисточка сама по себе очень такая упругая. Упругая, да, вот по-другому не назвать. Прям, видите, втыкается в кожу. Упругая такая, внутрь сделанная. Длинненько, удобно, да, то есть одним краем вы разделяете волосы, чтобы прокрасить, да, то есть и вот так вот раз-раз-раз работаете. Тоже как бы удобно. Так, давайте покажу деление, да, то есть вот. Вот первый ряд делений, вот, значит, второй ряд делений, значит, еще где-то были деления, вот, да, то есть это МЛС, скорее всего, вот, и тут еще деление. Тут вот, честно, не подскажу, для чего деление, но, наверное, парикмахеры знают. Также логотипчик Faberlic, штучка классная, с держалочкой, да, то есть, и, как вы понимаете, краски нельзя в чем-то металлическом разводить, наводить, оно как раз пластмасса полностью идет целиком. Также решили мы утилизировать старый вот этот вот мочалку для душа, артикул у нее 9640, она плотненькая, толстенькая. Когда я ее заказывала первый раз, я удивилась, потому что обычно, когда в магазине покупаешь, они такие худые, тощие и распадываются быстро. А тут как бы она прожила у нас несколько месяцев, более полугода, это точно, и так мы ее и выкидываем, ну, потому что все равно на мочалках всякая чушь купится, я решила заказать вот сейчас новенькую, да, вот, и как бы она недорогая, а диаметр у нее 12 сантиметров, она идет полностью из полиэстера. Далее, это по программе Faberlic Club за 0 рублей по бонусу. Открывать не буду, она попала ко мне по ошибке, потому что я это заказывала на свой агентский пункт. И, честно, мне пришла целая коробка, 38 подарков, я накопила по 15 бонусов. Вещь классная, пробовала, артикул 2186, это идет крем для рук, ногтей и кутикулы, комплексный уход с аллотеином и маслом семян подсолнечника, депантенолом. Крем обеспечивает комплексный уход за кожей рук и ногтей. Классная, классная вещица. Всем рекомендую. Единственное, что запах такой сладковато такой, ну, не знаю, не понравился мне запах, но вещь классная. Ну, конечно, если в составе аллотеин. Также к праздникам мы запаслись с Катериной лаком для ногтей. Ой, простите, не лаком для ногтей, а лаком для волос. И что хочется сказать, он долгоиграющий, конечно, но если Катину голову укладывают, его хватает раз на 6 для нее. Я решила вот еще, сейчас две штучки заказала, артикул 8973, хороший лак, очень мне нравится, нареканий к нему нет, запах не едкий, ничего, как бы хорошая штучка, да, сильная фиксация, контроль укладки в течение всего дня при любой погоде. Но тут, конечно, слишком громко сказано, все равно, если вы попали под дождь, то может и развалиться прическа, но держится на самом деле нормально весь день. Вот я на форумы езжу, еще куда-то, понятно, что я, допустим, приехала в номер, мне с утра сделали, пришли на дом прическу, да, то есть с утра на дом сделали прическу, ой, не на дом, а в номер, и потом, значит, получается, я пошла на форум, потом после форума в ресторан, потом часов 12 ночи я прихожу домой, прическа остается на месте, может быть, где-то какие-то тугие завитушки стали не тугими завитушками, а чуть-чуть подопали, но это с любого лака такое происходит, поэтому я считаю, что лак хороший, и, ну, как бы, когда есть с чем сравнить, то мне кажется, что как бы вещь классная. Также у моей дочки закончилась такая вот вещь классная,
Это активная маска для лица 2 в 1, глубокое очищение и матирующий эффект. Маска антиакне. Вещь тоже шикарная, тикур 1669. С удовольствием ее вам порекомендую. От всех прыщиков, от всего, у кого есть подростки, спасайте подростков, полностью покупайте всю серию антиакне. И я вас уверяю, что буквально через 3-4 дня у вас начнутся уже первые улучшения, если все делать по инструкции. Серия антиакне — это просто... Ну, в общем, это, я так понимаю, что это уже идет космецевтика, а не косметика. Вот, рекомендую, он классный, да, то есть, видите, он закрытый, только еще пришел, дочка им начала пользоваться, у нее стало лицо ровным. А то она мне вообще такие вещи начала заявлять, что вот, там жить не хочу, у меня одни прыщи, но с прыщами мы боролись, правда, очень долго, года, наверное, 2-3, серия... Ультра Клин Грин нам помогала, но помогала временно, а вот это просто сняла все, понимаете, все сняла, и вот мы сейчас вот пользуемся только этой масочкой и пудрой для умывания. Вещица классная, пробуйте, не пожалеете. Нам она очень хорошо помогла. Далее, поехали с вами далее, это гель для бритья для свекра. Артикул 8147, 100 мл, он не пенится, прозрачный, значит, позволяет четко выделить линии при бритье, видеть, да, защищает кожу от микропорезов на самом деле. И свекр что сказал про него? Он говорит, закажи мне еще, потому что, говорит, после него даже бритву легко промывать. Я, говорит, с удовольствием промываю легко бритву, говорит, мне очень-очень нравится, говорит, этот гель. С помощью него не только лицо не режется, не только запах, аромат приятный, да, не только легко бриться и видно, что ты бреешь, да, как бы, но еще и бритва, говорит, служит дольше именно вот с этим гелем для бритья, поэтому попробуйте, купите своим мужьям, пусть мужья посмотрят. Раз свекру понравилось, значит, и много кому из мужчин он тоже понравился. Далее, абсолютно закончились у меня все мицеллярные воды, да, мицеллярные лосьоны. Мне пришлось прямо аж 3 штучки заказать, потому что постоянно нечем то умыться, то еще что-то. Я всю одежду заказывала, потом смотрю, у меня шампуни закончились, гели для душа осталось 2 штуки, один мой, другой мужа, да, то есть и так далее, и так далее. Мицеллярный лосьон, долго им давно уже пользуюсь, он мне очень нравится, его нужно смывать, то есть я сначала... Смываю, ну, сначала смываю макияж этим лосьоном, а потом протираю лицо бустером проникновением, тоник-активатор, да, тоже, вот видите, чуть-чуть осталось, надо уже новый заказывать. Артикул 0221, вот, он как проводник крема получается, смывает остатки всего, и вот еще вот, ну, тоже, вот видите, совсем чуть-чуть осталось, вот, где тоже вот это вот молочко платинум, оно мне очень нравится, очищающее, классное. Вот, пользуюсь как бы то одним, то другим средством. Что хочется сказать про этот мицеллярный лосьон? Глазки от него щиплет немножко. Водостойкий макияж он не снимает. Вот. Само лицо с него стало выглядеть у меня намного лучше. И, конечно же, проблем нет, когда вы промокнете лицо ватным диском и постепенно будете смывать макияж и потом наносить крем. То есть это что-то типа сухого умывания. Да, то есть вам не надо, когда вот особенно я что-то делаю, что-то смотрю, я вместо того, чтобы умыться, сходить в ванну, я могу протереть лицо им пару раз. Да, то есть потом молочком, потом бустером проникновения. И потом уже наношу крем. И как раз вот то, что я смотрю, там какой-то обучающий вебинар или какое-то обучающее видео, как раз вот у меня время экономится. И мне очень нравится, что я могу быстро, сразу, не отходя от стола, прям пока обучаюсь, что-то смотреть. Далее, смотрите, лифтинг-крем идет для кожи вокруг глаз. Заказываю его всего лишь второй раз, то есть он такой вот долгоиграющий. Очень-очень он мне понравился. Хвалю его. На самом деле у меня под глазами, вот, наверное, из-за чего я заказываю мало масок, патчей и всего, потому что этот крем — это просто чудо. Вы его наносите, и все, и у вас глазки прям как алмазки, да, как говорится.
Вещь просто великолепная. Что он делает, да? Давайте посмотрим. Так, это деликатный крем для кожи вокруг глаз, омолаживает, да, восстанавливает, да, защищает, увлажняет нежную кожу, ну, наверное, да, морщины становятся менее заметны, кожа нежная, увлажненная, да. Значит, что тут входит в состав? В состав тут входит масло органа и комплекс витамина А и Е, активно восстанавливают и питают кожу, обеспечивают антиоксидантное действие, защиту от УВ-лучей, гиалуроновая кислота создает на коже невидимый барьер, препятствующий направлению влаги, испарению влаги, улучшая структуру кожи, сокращает мелкие морщинки. Без парабенов, СЛС, минерального масла, синтетических красителей и сырья животного происхождения. Гипоаллергенная отдушка тут идет. Да, то есть способ применения: на очищенную кожу вокруг глаз нужно наносить утром и вечером. В принципе, то это я и делала. Артикул 0314. Ну, вещь просто великолепная. Вот кто любит состав, пожалуйста, посмотрите состав. Вот. Вещь реально хорошая, он идет 35+. Молодым его нельзя, девчонкам. И также вот из этой же серии 35+, платинум. Он тоже очень в красивой, тоже такой же упаковочке. Ой, минутку. Это восстанавливающий ночной крем, который просто меня покорил. Я им пользуюсь по очереди, то ночной маской, то ночным кремом. Артикул 0312, тоже хорошее заметное улучшение на коже лица. И вообще меня стали спрашивать, почему ты так хорошо выглядишь. Конечно, мне нравится и серия про эликсир, и вот эта вот серия, да. То есть мне сейчас 34 года, и я заказываю его второй раз всего лишь, да, вот с момента, как он выпустился, второй раз, потому что, ну, переживаю, что я еще не дошла до того возраста, когда можно пользоваться, да, то есть он все-таки после 35 идет, поэтому я стараюсь пользоваться серией Проликсир больше, да, то есть вот такая вот тут классная аннотация, можете поставить на паузу, почитать. Вот такой вот кремчик. Видите, как прям отсвечивает, да, и камеру, и меня видно. Очень красивая, дорогая упаковочка. Он пойдет и на подарок, и на все, на все, на все. И последнее. Заказали мы, как вы видите, вот то, что упало. Это Фитекс и Итлес. Итлес — это функциональное питание. Идет по 7 пакетиков, по 5 грамм. Вот такая вот классная вещица. Она идет в программе системы управления весом. Тут вот смотрите, и состав, и все есть, да, то есть, так это по-русски, то есть пью я его постоянно, на постоянной основе, артикул 156.25, за первые полгода я скинула без всяких диет около 20 килограмм, 18, по-моему, да, 18 килограмм я скинула, вы знаете, я никогда не забуду этот результат. Но повторить я его больше не могу. То есть я просто поддерживаю свою форму. Если я чувствую, что там, извиняюсь за подробности, жирок стал на попе там потверже, там, или на животике начал жирок, да, чуть-чуть отрастать, я начинаю это принимать и как-то вот вхожу в норму обратно, без всяких там строгих каких-то диет, еще чего-то. Ну, я думаю, что это важно для каждой девушки, чтобы вы не мучились и просто вот спокойно жили, спокойно ели. Но вот эта вот вещь, она помогает именно снизить аппетит, нормализовать микрофлору кишечника, да, то есть он помогает. Вот, ну еще, в принципе, у него много всяких хороших функций. А Фитекс — это вообще что-то типа регидрона аптечного, да, то есть он выводит токсины из организма. Вот, тоже помогает нам похудеть, его надо пить на ночь, да, Итлес мы пьем с утра, он уменьшает размеры желудка, там все такое, да, то есть снижает аппетит, а Фитекс мы пьем на ночь, то есть вот тоже как бы для похудения, вот, он немножко мочегонит, но ничего страшного. Артикул 156.24, вот я заказала по 10 того и другого. И будем с мужем пить вместе, да, по 10, это 70 дней, мы делим на 2, да, то есть, ну, получается, примерно по 20 с лишним дней мы будем его пить. Вот, посмотрим на результат. И далее, конечно же, мои любимые чаи, это манго, это новая серия от компании Faberlic, это идет тут манго, и папайя, и бергамот.
Они идут по 15 пирамидок. Классные чаи, вкусные чаи. Пробуйте, заказываю уже второй раз. Сейчас они идут по акции. В разделе промо-акции можно их взять. Поэтому я еще раз их заказала. Тут они у меня просто закончились. Да, я заказала немножко. А по промо-акциям я заказала наоборот побольше. Значит, получается 15 пакетиков по 2 грамма. Масса не это 30 грамм тут идет. Так, манго, ананас. У нас идет с артикулом 151-43, а бергамот идет с артикулом 151-42. Вот выпили все мгновенно, очень вкусный чай. Гости приходят, я им чай наливаю, они спрашивают: боже мой, что же это за чай такой вкусный? Я им показываю Фаберлик, они: боже, как вкусно. Вот, и я еще, конечно, очень люблю чай с чабрецом. Тоже часто заказываю чай с чабрецом. Да, вот такая вот тут аннотация. Условия хранения тут идет, да, и состав опять вот, да, то есть ароматизатор, да, тут идет в составе, не содержит ГМО, чай черный, китайский листовой, кусочки плодов ананаса и манго. Вот они очень хорошенькие, такие красивые, да, видите, я уже не открывала. Вот в таких вот пакетиках идут, да, то есть они пакетики что-то типа тряпичных, что ли. Не могу сказать, из чего они сделаны, но это не бумага. Это не бумага, и это очень хорошо. Вот, значит, заказала по 3 пачки. Выпьем с удовольствием, я думаю, быстро. Вот, и сейчас я уже буду заказывать побольше по акции в этом каталоге. Пока акция есть, скидка просто обалденная. Вот, далее, значит, вот такие вот шарики для устранения запаха в холодильнике. 100 лет их уже не заказывала, вот сейчас только заказала. Они убивают весь неприятный запах в холодильнике, это 100%, прям правда. Да, то есть справляются с ним не просто вот с этими запахами, особенно новогодние праздники, еще что-то. Вот сейчас прям вот и открою, и пойду, и положу. Вот, потому что тут идет в комплекте 3 штуки, вот с этой штуки и выложу. Полностью устраняет неприятные запахи, уничтожает плесень и бактерии, увеличивает срок хранения продуктов до 2 раз. Это все на самом деле правда, пользуюсь ими постоянно. Постоянно советую их всем покупать. И вот у них артикул идет 111.60, вещь просто великолепная. Прям советую вам. Ну что ж, вот, в принципе, и мой такой вот разношерстный обзор. Вот, все нравится, это уже практически все, что я заказываю, это я заказывала второй раз. Вот мои новинки первые, да, то есть остальное все, в принципе, совсем мы знакомы. Не я, так мои мужчины в моей семье. С вами была Коннова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Буду рада снимать для вас новые обзоры.